Добрый вечер всем, кто пришел в клуб Алексея Козлова, второй этаж. Нас всегда радует, когда к нам приходят гости на концерт, тем более, когда вас больше, чем нас. Это еще больше нас радует. Сегодня ничего не предвещало этого, мы думали, мы немножко порепетируем. Тем не менее, мы сыграем концерт. Концерт такой необычный, в необычном составе. Называется он Bass Magic, это старое название. Компания Artbeat выпустила пластинку в 2012 году, там есть много сольных произведений. Кое-что будет сыграно сегодня, но я бы не называл это совсем полный Bass Magic, я бы назвал это содружество инструментов. Для вас сегодня играют замечательные московские музыканты Антон Залетаев, пожалуйста. Этот человек трудится где только можно, во всех биг-бендах. Он играет на саксофонах и флейте. Сзади вот гроза всех клубных сцен, Петр Ившин. Сегодня почему-то он смог, это прекрасно. Вот. Ну, а я смогу всегда. Меня зовут Антон Горбунов. В общем-то, в принципе, я автор этого безобразия. Всего такого музыкального. Не буду называть, наверное, жанры стиль, я не знаю, как его называть. Наверное, это музыка как сплав. Вообще, это, в принципе, арт, по большому счету. Музыкальный арт. И мы попробуем вот это вот все исполнить. Thank you.
Thank you.
от нас, как бы от нашего столика вашему столику. Вот, следующее произведение, которое мы наметили, больше напоминает какую-то, не знаю, наверное, частушку, что ли. Условную такую частушку. Одни частушки в программе, да. Thank you.
Thank you.
Музыкальными стилями. Вот, следующее произведение называется «Города». Оно как раз было записано вот на пластинке «Bass Magic». Мы с удовольствием его сыграем как бы в классическом трио варианте. Если у вас после концерта появится какая-то заинтересованность, эти пластинки есть в принципе. Здесь и у меня тоже. Вот, спасибо вам за внимание. Thank you.
Thank you.
баритона, сопрано Антон Цветков. Не просто выгребать то, что автор напишет. Это автор мало ли что захотел, а он выгребает все. Видишь, ему не платят за репетицию, ему не платят. Вот, сейчас... сейчас, секунду. Не совсем привычное изложение старинной песни «Ой, мороз». Вот. Вы знаете такую. Она превратилась практически в городской романс, но, естественно, хочется как-то изложить немножко по-другому. Тема довольно печальная. Кто знает слова, тот знает, о чем речь идет. Вот. Поэтому такое не совсем как бы стандартное, но вы сейчас вот услышите, как это может быть. Thank you.
после вот такого немножко эксперимента лирического, будет наша безумная пьеса под названием «Дворник». Ну, посвящена она, в общем, дореволюционным дворникам с большими усами, с большой шапкой. Он хмур, не брит. В общем, это как бы либретто такое. Как бы музыка программная, поэтому я просто объясняю, чтобы не было, о чем речь идет. Образ, да, то есть раскрывается образ, чтобы людям понятно было, что эти три человека здесь делают, в общем, в данном случае на сцене. Thank you.
Образу Парижа, хотя, конечно, он далеко уже не нежный, чего греха таить, в лучшем смысле этого слова, к сожалению, он чуть-чуть уже стал совсем другой, чем лет 15-20 назад, тем не менее посвящено Парижу, маленьким кофейням, которые хранят некую тайну, и, как любая тайна, оно выражается в таком молчании, поэтому называется «Тайна кофейни». Thank you.
спасибо. Ничего не устали еще? Очень красивая мелодия. Мы старались? Мы очень старались. Мы всегда стараемся все сделать лучше. Следующее произведение унесет нас, да, они такие программные, несколько пьес вот этих вот, следующее произведение унесет нас, как ни странно, в остров Крым. Вот, там есть прекрасная гора, которая называется Демерджи. Кто там был, ходил на экскурсию, посещал не только гроты, например, там есть долина привидений, вот, и если вы посмотрите, кто там был, я не знаю, может кто-то... Совершенно потрясающие виды этих изваяний, те, которые, я не знаю, сколько тысяч, может быть, миллион, ну, говорят, тысячи лет, которые находились под ветром и обдувались, и, в общем, они, эти скалы, похожи на каких-то персонажей, гномов, и кого только не встретишь там, в общем, вот эти вот камешки такие. Поэтому это произведение посвящено долине привидений. Вот, какой-то образ такой навеян. Thank you.
произведение такое. Я сыграю один без ансамбля, сам один. Называется «Лунный календарь». Thank you.
вторая такая пьеса была. Ну вот я вновь приглашаю наш многочисленный ансамбль, Big Band. Вы просто Big Band. Встречайте трио Bass Magic снова. Вот. Тот Завитаев, Петр Юшин. Сейчас мы сыграем поистине веселое произведение. Называется оно «Мы всегда его играем». Это подарок. Наш подарок вам, всем зрителям, которых мы очень ценим, любим за то, что вы ходите слушать вот то, что мы тут, в общем, вытворяем. Нас это очень радует, и без этого мы не можем. Спасибо.
Thank you.
Петр Ившин, Антон Горбунов, спасибо.